Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Скачок валют не вызвал паники в Кировской области. Рынок спокойно отреагировал на колебания курсовой разницы. Об этом заявил председатель правления Первого Дуртрансбанка Владимир Скобелкин изданию «Бизнес-новости» в Кирове. По его словам, всплеска купли-продажи валюты не наблюдается. Кто-то зафиксировал прибыль, кто-то приобрел валюту в надежде заработать в будущем, но общие объемы продаж остались на среднедневных уровнях. При этом доля рублевых вкладов выросла, говорит Скобелкин. Ближайших знаковых событий, которые могут сказаться на рынке, эксперт отметил заседание Совета директоров Банка России, намеченное на 20 марта, где будет приниматься решение по ключевой ставке. Программа «Экономика». Объем инвестиций в основной капитал за год вырос на 12%. Такие данные приводят в Кировстате. Сумма за год – 71 миллиард рублей. Это 11 место среди регионов Приволжского федерального округа. Максимальная доля в общеокружном объеме инвестиций приходится на Татарстан – 24%. В 10 раз больше доли Кировской области. Организации инвестировали 53 миллиарда рублей, из которых чуть больше половины – привлеченные средства, что на 13% больше показателей 2018 года. За счет средств бюджета всех уровней профинансировано 14,5% объема инвестиций в основной капитал. Из них доля средств федерального бюджета 9%, регионального 4%, местных менее 1,5%. Удельный вес собственных средств предприятий и организаций, направленных на инвестиционные цели, 48%. Экономика на 101 FM. Четверть компаний, продающих алкоголь, нарушает законы. Об этом говорят в региональном Минэкономразвитии. Всего в Кировской области 1600 субъектов, реализующих крепкие алкогольные напитки, пиво и пивные напитки. За 2019 год к административной ответственности за нарушения, связанные с оборотом алкогольной продукции, министерство привлекло к ответственности 400 организаций и индивидуальных предпринимателей. За неоднократные нарушения начислены штрафы на общую сумму более 500 000 рублей. Депутатов УЗС особо беспокоит ночная торговля спиртным. На прошлой неделе они предложили руководству полиции проводить совместные рейды. Экономика. В завершении о валютах. На сегодня доллар 74.13, курс евро 82 рубля 75 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.